Равносильно тому, что я сейчас бошку себе на лысо побрею и буду ходить. Для чего-то думаю, потому что мне нравится. Бля, я поражаюсь людям. Я поражаюсь людям. Господи, с каждым моим эфиром я все больше начинаю поражаться людям. Только золото. Мне нет, просто портишь кожу. Да мне похуй на твое мнение. Простите, все. Я постараюсь держать свой гнев на каких-то дотиков, ну ладно. Скажи, пожалуйста, у тебя есть татуха дракона? Да, у меня есть татуха дракона. Привет, дела нормально у вас как? У меня одна тату есть на груди, я видела. Спасибо большое. Меня с праздником. Какое первое тату было? Больно. Типа тебе было больно набивать? Ха-ха-ха. Спать хочу. Что за праздник? 9 мая. Там. День Победы. День Победы, ребят. Но это не меня нужно поздравлять. А какие бабушек, дедушек. Пойти, не знаю, там, гвоздики. На памятники какие-нибудь положить. Помощью Катюш победили в войне, проявите уважение к ней. Выходила на берег Катюша. На высокий берег, на крутой. Мне бабушка эту песню пела. Моей бабушке было 3 годика, когда она родилась. Ой, ей было 3 годика, и война началась, точнее. Вот так вот. No, нет, не speak English. Вот я ее поздравила сегодня. А меня поздравлять, это было бы очень странно. Я никому не поклоняюсь. Что за ебанутый вопрос? Я себе сама поклоняюсь. Это максимум. Нет, Караганда. Караганда, ребята. Здравствуйте. Но Казахстан находится под Россией. Я очень рада за эту ненужную для меня информацию. Дела нормально у вас как? Да, я в Казахстане. Казахстан находится под Западом. Будет вот это. География. Ева, крайне редко. Казахстан находится не под Россией, а рядом, поправлю. Знатока. Выполняет планы США и Англии. У меня прабабушка в 1921 году родилась, она умерла в 2018 году. Моя бабушка мне тоже рассказывала, то, что они кушали все, что просто растет, то они ели. А я... Не то, что сейчас люди, блядь, айфон мне не нужен. Мне нужна квартира и машина. Нет, сейчас у меня брови не накрашены. Да, и начинается. Учила когда-то. Нет, не учила и не буду. Спасибо. Зачем есть очистки картошки? Типа это полезно? Это во время войны люди ели. Какой нахуй полезно? Не того цвета. Что не того цвета? А, угу. Все, мы разводимся. Я просто поражаюсь, честно сказать. Этому миру. Что происходит вообще? Ну ладно. Блин, Ренату краюсь. Катюха, не против, если кто-то кого-то рекламировал, себя, какие-то песни, вот это все, мне тут нахуй это не надо. Мне в этом году 19. Что? По знаку зодиака я лев. Мне в этом году 19.
Привет. Всем привет. В этом году 19. Реально, у меня 19 августа. Прикольно. Старше меня на полмесяца. Я старше тебя. Вообще песня. Льва видно сразу. Почему? Что не так? Почему льва видно сразу? Что не так? Уже со львами-то. Лев и мальчица. Вам сколько лет? Вы что, гоните? Кстати, разница ровно 10 лет. Прикольно. Привет. Скоро ганзы. Прикольно. Я уже поняла, что море львов сидит. Все что-то там. Чего вообще львы-то порождались так много? Доброе утро. Спасибо за подписку. Не знаю. Не говори одни львы. Но если бы я хотела себе ребенка, то льва точно с кайфом. Люкс визаж XXL. Не, еще никуда не пойду. Почему кольцо сняла? Потому что надоело. 5 лет почти ношу, пока ты спала. Я на тренировке. Да, и русский язык не учил тоже. Спасибо. Я с Караганды. С какими знаками зодиака более комфортно? Мне со всеми, кроме дев, скорее всего. Девы, близнецы. Их я не знаю. Через раз. Не переношу особо. Все время ругаюсь почему-то за этими именами. Ну, блядь, совпадения нет, но именно с этими знаками зодиака я чаще всего ругаюсь. В отношениях. Я? Нет. С львами норм все вроде. Да. С львами норм. Кого не переносишь? Деву близнецов. У меня мама близнецы, не поверите. А потом бах, нахуй, взрыв просто, и все. Теперь что, девы нытики? Не хочу никого обидеть, но я не знаю. Нет, я не кыргызская, не казашка.